Эрефтов, Брахот Лехулян, Джамбосана, Хабариджони, Камустапо, Камустака Юнляхат, Исалмапах, Полян, Араф Пасаляхат, Магадан Габи, Магадан Хумага, Магадан Хапон, Good morning, good afternoon, good evening. Витаю вас, друзья, доброго вечера. This is Ukraine, the city of Kyiv, the district Троєщина, the Paskivin Church. Це Україна, церковь Подяка, район Троєщина, церковь Подяка, благодарение, друзья. Вітаю вас! Ви потрапили на територію Божого Царства, бо церква є представництво Божого Царства серед цього світу, серед цього народу. Алілюя! І Господь за нас заплатив, Господь нас викупив своєю кров'ю на кресі Голгофи і всякого коліна, народу, язика і племені. І Господь нас викупив з народу України і всі куплені Господом, викуплені вони збираються на Божій території, і їх наше серце, воно тягне нас, і наше бажання, нашого серця Бога пізнавати, і збиратися, і мати спілкування, і тема нашої общення – це Господь і Боже, Боже Царство, Божі путі. Бо Господь нам дав, кожній церкві дав свою територію, служіння, дав видіння на служіння, і ми рухаємося, і збираємося, і маємо спілкування, і славимо Господа. Це наше бажання. Нас не потрібно заставляти, іскати, це знаходиться внутрі нас. Це є Божа печать, яку Господь нам дав. Господь нас відмітив Божою печаттю. І об цьому написано, що основання Боже стоїть, імає печать сію. Познав Господь своїх, і да ступить від неправди всякий, сповідуючий ім'я Господа. І ця печать, вона видна в житті людей, відмічених Господом, кров'ю Його і Божою печаттю. Тобто у нас є бажання Бога пізнавати, і наша життя зміняється. Ми відмовляємося від путей гріховних, які були раніше. І це є змінення, і є явлення цієї печаті. Це наш паспорт Божого Царства. І ми прийняли Духа Святого в своє серце, наше ім'я записано на небеса. Ми отримали небесне громадянство, громадянство Божого Царства, друзі. І как бы сейчас ще немає такого паспорта, це бумажно показати. Но коли він буде, то це вже буде поздно всім людям. Буде вже суд тоді. Бо коли вже буде така явлена в цій повноті юрисдикція Божого Царства, це буде всім вже поздно. Вже буде кінець. А поки ми зараз ще маємо це в вірі. И имеем духовное знамение, мы пока не имеем духовную печать, духовное знамение и наше духовное исповедание в нашем сердце, кто мы такие. И каждый, кто свыше родился, он имеет знамение внутри себя, кто он такой. И он может сказать за себя, и дух внутри тебя свидчит, кто ты и какого ты царства, какого ты народа. Аллилуйя. И Господь нас выкупил из всякого колена, народа, языка и племени. И мы этим занимаемся, служением миссионерским, мы имеем служение в Украине, имеем служение в Кении, в Африке, имеем служение на Филиппинах и Океане, слава Господу. И Бог дал нам большую территорию. И мы готовим для этих территорий служителей, также мы и принимаем из этих стран тоже и адаптируем для Украины. Тобто мы имеем служение в Украине, как только это поместное, плюс туры миссионерские, крусейды, мы делаем, имеем общение тоже с пастырами церковью по Украине, стараемся тоже приобретать еще больше общения для Божьего дела, для служения в народе Украины. А также мы имеем співпрацю и планы со служением в Кении и Филиппинах и Океане, слава Господу. Тобто Бог дал нам такую территорию. И это согласно нашему видению, бо каждая церковь имеет свой какой-то удел, свой кусок пирога как бы в Господе. И как бы это все слажено, и у нас нету как бы соперничества с другими церквями, бо, знаете, в Духе Святом нет соперничества, и Дух Святой, он не разделился сам в себе, то мы имеем согласие, и оно все слажено, а когда это от Господа, то оно все слажено, это видно, это Божью руку. И Божья благодать, она тоже у нас в служении явлена. Уже явным образом Господь, и это Божья слава явлена, это знамение вечное и несокрушимое, но явлено в нашем служении, слава Господу. Мы дякуем за це Богу, что мы маем понимание, это куда нам идти и что нам робити. Также мы бажаємо, чтобы це служение, це слово было
благословением и для вас. Я перед началом служения Слова помолюсь за это служение. Господь, во имя Иисуса Христа, призываю Божью силу, Божью благодать на это служение, на это зебрание, Господь. Благослови, чтобы каждый получил и укрепился во имя Иисуса Христа, получил укрепление и благословение во имя Иисуса Христа. Отдаю собрание в Твои руки, Господь, наполняй уста проповедующего во имя Иисуса Христа. Прославься и свою славу, Господь, во имя Иисуса Христа. Даруй спасение каждому человеку до края земли, Господь, во имя Отца и Сына, Духа Святого. Аминь. Слава Господу, друзья! Сегодня у нас будет причастие, и сегодняшнее слово оно будет для Божьего народа. Именно это для тех, именно кто идет за Господом и исполняет Божью волю, кто имеет видение. Это очень важно для этих людей слово. И как бы, а кто видение еще не имеет, нужно к этому стремиться. Это очень важно, друзья, для исполнения Божьей воли, для Божьего народа иметь видение, иметь разумение, понимание. И тема, которая будет сегодня озвучена, называется «Это рубежи веры». Проповедь называется «Рубежи веры». Это очень важно, друзья, иметь понимание, куда ты идешь, что тебе делать. И как бы, друзья, это, мы имеем это через веру. И это, эти слова, это слово, оно для Божьего народа, кто имеет посвящение Богу, кто уже идет за Богом. Это очень важно, друзья. Без этого невозможно Божью волю исполнить. Тут нужно иметь понимание целей Божьей для тебя, конкретно для церкви и для тебя персонально. И это нам дается через Божье откровение. Я хочу получить основание слова. И давайте откроем притчи 29.18. Мне тоже как бы тут загрузится. Так, секундочку. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Тобто откровение свыше оно обуздывает, оно просвещает. А также давайте Осии 4.6. Истреблен будет род мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то я отвергу тебя от священное действие предо мной, и как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Тобто, истреблен будет народ за недостаток видения. И бывает такое, что люди отвергают. Тобто, им было откровение Божие слово, они его как бы не приняли, они от него отказались, и это есть отвержение тоже. Очень важно Божие слово принять, друзья. Ибо написано Исаия 54:13, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Аминь, друзья. То, кто Божье Слово, у нас, наше сердце просвещает, когда мы имеем откровение от Господа, куда мы нам идти и для чего мы живем, и имеем откровение, видение на служение церкви. Это благословение, большое благословение, друзья. Оно сердце просвещает, и ты имеешь понимание. Ты имеешь четкое разумение, куда тебе идти. И ты имеешь в этом откровение и твои рубежи. Ты видишь этапы, ты видишь ступени, и это есть рубежи твоей веры. И из веры в веру, друзья. И это мы все имеем через веру. И, друзья, очень важно нам понимать тоже, и именно иметь понимание Божьего Слова. Но я знаю, что все Богом наученные, они это имеют, друзья. А как бы если вы как бы еще... как бы в этом не утвердились, то вот такое есть знамение Божьего Слова. Это Евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и тела, состав и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Тобто такие свойства имеет Божье Слово. Тобто когда ты получаешь Слово от Господа, то это слово оно имеет такие свойства. Тобто оно касается сердца, оно проникает в дух,
отразделение души, тела, состава мозгов и судит. Оно тебя судит, оно тебя исправляет, оно как бы в тебе пропечатывается, ты его четко понимаешь, оно как бы, ты не можешь его забыть. И это очень важно, друзья, это иметь это откровение и иметь понимание Божьего Слова, именно его свойства. Тобто Божье Слово, оно имеет такие свойства, и такое влияние, такое воздействие. Божье Слово имеет такое воздействие, тобто оно действенно, живодейственно и острее всякого меча. Оно проникает в разделение души и духа, состава и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Тобто оно открывает все тайное, открывает тайное, и оно тебя касается, ты не можешь этого забыть. И это есть знамение Божьего Слова, именно что-то реально Слово от Бога. И каждый Богом наученный, то он об этом знает. Я был сейчас в поездке в Тернополе и вернулся. Я был удивлен, друзья, что люди не обучены Божьему Слову, не обучены откровению Божьему. И как бы у них нет понимания такого, это пророческого служения. И там были, служили это сосуды, и люди выходили, и говорили всякие там им слова, какие-то фразы непонятные, ну, как бы такие ребусы христианские. Говорили, и люди были так, ну, и как бы не видел, что люди что-то получали. Тобто это и именно, когда нет откровения, видения, то люди будут блуждать, друзья, они им будут, как бы, они будут искать себе какие-то зрелищ, и как бы это будут искать этих, спиритуальных этих фокусников, которые будут что-то такое демонстрировать им, понимаете. И как бы я тоже вышел туда к ним и сказал про свою нужду, что у меня будет операция впереди на сердце, чтобы они помолились за исцеление. И не было молитвы за исцеление, были какие-то общие фразы, какие-то веры непонятные. Я даже забыл, когда отошел от них, забыл это самое. То это не слово от Бога. Но когда есть слово от Господа, то оно тебя касается сердца, входит в твой дух. И в тебе внутри пропечатывается, и ты уже его как бы очень долго не будешь, это его как бы это. Не забудешь его, ты будешь его помнить. Долгое время будешь помнить, пока все равно не будет исполнено. А когда оно будет исполнено, ты будешь его помнить для Божьей славы. Тобто это есть знамение, что это есть Божье Слово. И мы как бы и мы это научаемся, друзья, Духа Святым, научаемся, как бы мы ходим, как бы можем где-то ошибаться, чем-то оступаться где-то. Но это нас Бог, Дух Святой нас это поправляет. И мы обучаемся, друзья, это процесс. Это не будет сразу, но нужно к этому стремиться. И такие вот мои рекомендации вам, именно знамения Божьего Слова. Аминь, друзья. Тобто, и это есть вера, друзья. Тобто, видение и хождение видением, и вера, рубежи веры, друзья. Тема проповеди, рубежи веры. Тобто, есть разные этапы. Бог открывает нам, когда мы получаем видение, мы входим в свою землю призванием, мы получаем видение. И нам открываются этапы исполнения этого видения. И как бы каждый этап, и есть свои особенности каждого этапа. И нужно осваивать этот этап. И мы ходим не видимым, а ходим верою, друзья. Это об этом написано, друзья. Это 2 Коринфянам 5.7. Ибо мы ходим верою, а не видением. Тобто мы ходим верою, а не видимым. Тобто, друзья, мы как бы наши шаги и как бы эти рубежи веры, это в вере мы видим. Мы как бы это только нам открыто, друзья. И мы имеем через это вдохновение и как бы наш дух, он насыщается от этого откровения, от этого понимания, друзья. И но наше сердце просвещает, ибо написано, что и сыны мы будут Богом, будут научены Господом. И это откровение нас обучает, оно нас просвещает наше сердце, и дает нам уверенность, как бы мы чувствуем, что мы как бы ступаем твердую ногою. Тобто наша нога не проваливается нигде. То есть мы как бы эти шаги согласно веры, то есть они имеют твердость. И это есть знамение тоже этих шагов. И сейчас очень важно, друзья, нам утверждаться и стоять в вере. И осваивать эти рубежи. И как бы на них простираться, на этих рубежах. Да, друзья? Хочу сказать еще, чтобы мы открыли Деяния, и буду это слово сейчас разбирать, Деяния апостолов,
Или не секунду, где я сейчас найду то послание. Это Матфея. 14 глава, 28 стиха. Это слово, которое будет сейчас, на этот период, друзья. Матфея 14:31. Я начну от вас чуть-чуть раньше. В четвертую же сразу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус это тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Аллилуйя. И Петр сказал ему это в ответ: Господи, если это ты, то повели мне это прийти к тебе это по воде. Он сказал: иди. И выйдя из лодки, это Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Аминь, друзья. То, что мы здесь видим? Как мы видим это проявление двух реальностей. Реальность от Божьего откровения и реальность от обычной действительности. Мы видим две реальности. То есть одна реальность от обычной, от этого мира, наша обычная жизнь, и вторая реальность от откровения Божьего, друзья. И это откровение Божье, оно имеет силу, и оно себя являет, друзья. И поэтому это Петр шел, шел это по воде. Это очень важно нам тоже иметь это понимание этого примера. Тот Петр, он был, и он принял эту реальность откровения Божьего, и он в ней двигался, но он отвлекся на волны и потерял веру, и начал утопать. Тобто он вышел и выскочил с этой реальности. И нам очень это важно это понимать. И тут есть очень такой интересный момент. Давайте сейчас откроем еще это местописание. Так. Это Деяние 11:23. 20. Да. И он прибыл, это увидел благодать Божию, и это возрадовался, и убеждал всех это держаться Господа искренним сердцем. Тобто эта фраза «держаться Господа». Это очень важно, друзья, нам уметь Господа держаться. Уметь Господа держаться искренним сердцем. Тобто, чтобы Бога держаться, нужно иметь искреннее сердце. И это очень важно, этот сам процесс удержания Господа. Именно как нам Господа это держаться Господа. Я хотел с этим вам поделиться, именно с теми, которые исполняют Божью волю и за Господом, который идет. Вот с вами я хочу этим поделиться, этим откровением Божьим, о том, как Господа держаться. Как Господа держаться. Аминь. Давайте еще откроем. Это Филиппийцам 3:13. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь стремлюсь к цели, к почести Вышнего знания, звания Божьего во Христе Иисусе. Тут Господа держаться и простираться вперед, друзья, это очень важно. Тобто это есть удержание, когда мы простираемся вперед. То есть, когда это, то, то, это
Это то есть мы двигаемся, мы осваиваем эти ступени, осваиваем эти этапы, мы в нем укореняемся, то есть мы двигаемся, мы простираемся, то есть мы удерживаем Господа, удерживаемся за Господа. Ну, допустим, вот я двигаюсь, это сейчас как? Тут я это беру, как бы читаю эти, как бы, это текст на тагальском языке, и как бы этим я это держусь за эту ступень этого этапа. Тобто, как бы для каждого именно Бог откроет ступени исполнения Божьей воли, именно вашего служения, там, где вы находитесь. И как бы это у вас будет понимание этих этапов, этих ступеней, этого восхождения в исполнение Божьей воли. И как бы нужно как бы на этих ступенях осваивать, то это нужно их осваивать, эти ступени, нужно, как бы нужно в них простираться и двигаться, друзья. Тобто, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Тобто, очень важно нам простираться вперед, друзья, ментально простираться, тобто, не стоять на месте, тут нужно осваивать, нужно туда двигаться. Двигаться именно по этим ступеням, по этим путям, именно, которые нам Бог дал для исполнения Божьей воли, и которые нас ведут, исполняют эту Божью волю, друзья. Тобто, когда Бог нам открывает видение, открывает нам путь, то мы это понимаем. Тобто, нам это открыто. И как бы из чего, из каких это компонентов как бы оно будет строиться, складываться. И мы можем мы должны этого держаться. То есть мы как бы это удерживаем, и как бы мы в этом удерживаемся, простираясь там. Друзья, как бы наше простирание, оно нас в этом удерживает, в этом, друзья. Это очень важно, чтобы мы в этом двигались, и чтобы наше движение никогда не прекращалось. Это как это как хождение по воде, то нужно идти, как бы дальше двигаться, исполнять Божью волю и взирать на Иисуса, то есть не терять эту ментальность от Божьего откровения, то нужно в ней удерживать себя, свой разум, друзья, не впечатляться от событий этого мира, то у нас это своя дорога, друзья. У нас своя дорога. У каждого человека есть в жизни своя дорога, друзья. И мы идем той дорогой, которую нам дал Господь. И написано тоже, что Господь, Он, это притча 2.8, Он охраняет пути правды, оберегая стезю святых своих. То и мы ходим верою о невидимом, друзья. Аминь. Тобто нам очень важно удерживать Иисуса, это удерживаться в этих ступенях, и нужно простираться в них, друзья. Нужно постоянно, и как бы это наше простирание по этим ступеням. Совершенство. Да, как бы оно у нас, как бы этот процесс удержания за Господа, удержания за эти ступени, за эти пути, как бы это нас на них утверждает. Тобто очень важно нам быть на этом сфокусированным, и чтобы наше внимание было на исполнении и освоении этих ступеней, которые нам Бог дал. Как бы для меня это было откровение, это когда я это начал это делать, эти титры, как бы потом это я их использовал для проповеди это за границей, как бы не зная английского языка, я читал и перевел как бы эти титры это через Google на английский язык, на суахили, на тагальский, и так я использовал. Это была ступень, и как бы это позволило мне выйти на этот уровень служения и использовать, и войти в служение международное. Это было как ступень, друзья. И такие ступени еще впереди.
И нужно их осваивать, и как бы нужно как бы на них простираться, друзья, и на них закрепляться, чтобы дальше отталкиваться от них и двигаться дальше, и простираться дальше, друзья. Это очень важно, как бы нам простираться, чтобы удерживать, чтобы Господа держаться. Это есть мое ключевое сегодняшнее слово, месседж, что нужно, нужно простираться на ступенях, чтобы удерживать Господа, чтобы Господа держаться, исполнение и держаться этого направления, друзья, чтобы нас эта некая волна не смыла, и чтобы мы не потеряли как бы реальность откровения Божьего на нашу жизнь, на наш путь, и как бы чтобы мы не потеряли веру и не стали утопать среди этого мира, чтобы мы, это важно, чтобы мы удерживали Господа чистым сердцем, искренним сердцем удерживали Господа и простирались на этих ступенях исполнения Божьей воли, забывая заднее, простираясь вперед к почести, к цели высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Это очень важно нам, особенно сейчас, как бы среди нашей теперешней обстановки в стране и как бы в целом в духовном мире, как бы сейчас такой как бы на переломе, друзья, на переломе событий духовных и также военных у нас в стране. Но как бы, знаете, нам нужно держаться, и мы люди ключевые, друзья, мы как бы определяем этот перевес, и как бы наша стойкость в Господе, наша вера, что мы Бога держимся, это оно даст перевес в этой войне, друзья. Я верю в это, что как бы мы верные Господа, мы двигаемся дальше, продолжаем исполнять видение, и этим мы даем перевес, друзья. Только когда есть какой-то там уже паритет, как бы обнуление, колебание, то как бы то наша верность, наше движение, простирание, оно даст перевес. И оно влияет. Ибо мы, как бы исполнение видения, оно благословляет этот народ и территорию. И я верю, что будет такое действие. И я этим укрепляюсь, друзья, этим верой. Ибо Давид укрепился надеждой на Господа. Так же самое я укрепляюсь этим. И так же самое и призываю вас укрепляться и как бы иметь это питание от видения, укрепляться от видения, от этих целей, друзья, именно, и жить этими целями, друзья, нужно жить, исповедовать эти цели, их исполнение, то есть как бы мы свою жизнь, свое время насыщаем исполнением, разными делами, именно это относится к исполнению во имя Христа, видение. Это и титры, это и изучение это языков, тагальского, английского, суахили, это и офисные какие-то работы над проповедью, над служением, это мысли, это молитва, это пророческое слово, это промаливание своего дня, своих путей, которые мы двигаемся. То есть Бог нам дал откровение, нужно двигаться, друзья, нужно этого держаться, нужно в этом откровении, в его исполнении это простираться от ступени к следующей ступени. И так двигаться, друзья. Это важно. И это оно определяет, оно благословляет этот народ. Оно дает паритет нам. Оно как бы чаша весов перевешивает в сторону Господа. Ибо написано, что коня приготовляет на день битвы, но победа от Господа. И как бы наше это исполнение, это наша такая целеустремленность, оно, я верю, что оно будет давать, оно дает перевес в духовном мире. И, друзья, нам очень важно как бы это быть этим, это последним словом, это последней точкой. Аминь, друзья. И будем верными для благословения этого народа, для спасения этого народа, и для спасения народа Кении, Филиппин, Океании, для исполнения видения. Я верю, я этим живу. И также я верю, что вы тоже живете тем видением, которое есть у вас в церкви. Бог дал каждой церкви свое служение, свой участок служения. И нужно этим жить, нужно в это окунаться, нужно в это погружаться, друзья, и как бы там, чтобы ваша жизнь строилась именно на этой Божьей территории. Тобто, как бы если вы этого не имеете, нужно быстро перестраиваться и переходить из с вашей жизни
в жизнь исполнение видения этой церкви, вашего пастора. Именно Бог дает пастору видение, и как бы и через пастора и церкви, друзья. И нужно быть в этом, друзья. Это как Божий ковчег. Спасение, друзья. Вот такое слово, друзья, ну это слово как бы для идущих, и как бы те, кто имеет опыт хождения с Господом в вере, он это будет понимать. И это слово это для нас, для нашего укрепления и ободрения, друзья. Я хочу с вами ободриться этим видением и как бы, этим словом, этим запалом таким ободриться. Я в этом двигаюсь, друзья. Я твердо имею в этом убеждение и как бы я это практикую. Я как бы чувствую твердую ногу, твердую опору. То есть моя нога чувствует в этом твердую опору. Я этому рад, что именно что так это и есть, что Бог себя подтверждает, и видение подтверждает себя, и то, как ты двигаешься, оно тебе дает и как бы такую сильную и мотивацию, и надежду, и веру, и смысл. Ты имеешь смысл, ты имеешь мотивацию, ты как бы, знаете, сейчас зима, такой период, очень можно как бы, ну, влияние такое, не сильно такое радостное, но ты понимаешь, что эта зима сейчас она короткая, закончится дальше под лето. И ты как бы живешь не этой зимой, а живешь теми целями, которые твоя жизнь, она как бы она простирается дальше, как бы выходит из этой зимы, из этой страны даже выходит твоя жизнь, твои простирания. Поэтому мы как бы это нас поднимает над этими событиями, друзья. То есть нужно жить событиями, категориями Божьего Царства, Божьего Откровения. И Божьей ментальностью обогащать свой разум, друзья. Это очень важно, оно дает нам иммунитет от всяких несгод, всяких там потрясений, всякой скорби. То есть это некая скорбь, там сомнение, тревога, она к нам и как бы не приблизится. Об этом говорит и Божье Слово, друзья. Что мир Божий будет у вас в сердце, и радость будет. Ибо вы все... Ибо сыны мои научены Господом, Божье Слово говорит. И как бы, если ты имеешь такое обучение от Господа, то ты сын. Але я этому рад, друзья, что мы Божьи сыны, идущие за Господом, исполняющие Божью волю. Кто принял откровение Божье, видение, кто принял, кто от него это не отказался, не допустил сомнения в свое сердце, мы будем дальше двигаться. И это есть как бы слово на это причастие. И давайте... Будем готовиться. Я помолюсь сейчас, друзья. Это кто еще из вас с Богом не примирился, то можете это сделать прямо сейчас через такие слова. Господь, я человек грешный, каюсь. Прости мои грехи, Господь. Войди в мое сердце. Омой мне своей святой кровью, дух, душу, тело. Будь моим Богом и Спасителем во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Вот такие слова, через такие слова, друзья, сказаны искренне. Вы обретете спасение. Нужно это найти там, где вы есть, Церковь Божию, Божьих людей, которые исповедуют Отца, Сына и Духа Святого. Желательно Церковь евангельскую, друзья, и тоже стать частью Божьего народа, друзья. Очень важно нам сейчас вот успеть, пока есть еще благодать на спасение, этим воспользоваться и исполнить Божью волю. Друзья, Божьего труда много. И жизнь в Господе, она такая, она интересная и насыщенная, и богатая духовно, и обогащающая нас радостью, надеждой. И как бы с Богом жить интересно, друзья, это очень важно. И как бы и такая возможность есть тоже и у вас. Аминь, друзья, то будем сейчас принимать причастие. Аминь.
Господь, дякую Тебе за Твою милость, за Твое прощение, Господь, за тот путь, который Ты там ведешь, Господь, и кто нам открыл, Господь, и дякую Богу, Господь, за Твою великую благодать, Твою силу, Господь, подтверждение, исполнение, и Ты даешь нам вступать твердую ногой, Господь. Спасибо, за что мы, что наша нога это не проваливается, что она не твердое основание, то мы вступаем в веру, это твердь, которая нам является в шагах по вере, она твердая, Господь, она нас стремает, Господь, она является нам опорой, Господь, мы можем отталкиваться от этой, двигаться дальше и дальше, Господь. Спасибо за этот путь, мы соглашаемся, Господь, исполним Твою волю, согласно Твоего жизни, кто Ты нам дал, Господь, мы благословим Твое имя, Господь, спасибо, что Ты нам прощаешь наши грехи, прости наши грехи, Господь, которые мы совершаем, Господь, в мысли, в сердце Иисуса Христа. Помилуй, Господь, очисти нас от Христа, Господь. Мы принимаем завет, мы этот завет продлеваем на этот месяц уже дальше, Господь. Мы остаемся Тебе верным, Господь, и мы жаждем еще более обогащаться в Тебя, и чтобы Ты еще более являл свою славу в нашей жизни, Господь. Благослови, Господь, наших близких, и благослови, Господь, нашу дальнейшую жизнь, уже наш дальнейший путь в этот месяц, Господь. Прославься, Господь, Господь Христа. Мы дякуем Тебе, Господь, и Ты нас хранил до этого часа, Господь. И дальше мы полагаемся и просим Тебя дальше нас хранить и в следующие месяцы тоже, Господь, в дальнейшем пути. Благослови, Господь, яви свою благодать дальше, прославься, Господь, во имя Иисуса Христа. Да, Отче, Господь, мы дякуем Тебе за Твой шлях, земний шлях служения для нас, как приклад нашего служения. Как приклад того, как выполнить каждому своє предназначення в служении. І прости нас, Господь, наші всякі гріхи, які бувають там в руках, на серце приходять до всякі гріхи, які дьявол нав'язує нам, Господь. І ми каємося і бажаємо і будемо старатися ходити далі тими шляхами, щоб не случалося, щоб не відбувалося. Ми стремимося, Господь, тільки за Тобою, тільки связки с Тобою бажаємо і будемо йти до Твоєго готовися до зустрічі з Тобою під час дорогу. Слава Тобі, Господи, за все, що Ти в нашому житті робиш, ведеш нас, очищаєш, оновляєш, переплавляєш, за все слава. Амінь. Господь, во имя Иисуса Христа, призываю Божью силу, Божью благодать на вас, на ваше життя, на всех грешил, на людей до края земли, Господь. Призываю Твою благодать, Твою милость, Твое спасение, Господь, во имя Иисуса Христа. Всякий план дел против вас сокрушаю, отменяю, аннулирую, разбиваю дебезь, разрушаю, утверждаю Божью волю, Божий план в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Господь, прославься, Господь, в жизни каждого человека, Господь. Дарую спасение, Господь. Благословляй церкви до края земли, благословляй церковь в Украине, в Кении, Африке, Филиппинах и Океане. Также до края земли, Господь, благословляй церкви по всему миру, Господь. Под имя делателей наполни, Господь, ковчеги Твои Нового Завета, Твоей церкви по всей земле, Господь, спасай вами, Господь. Даруй, Господь, Твою милость, Господь, чтобы Ты, ибо Ты выкупил нас из всякого народа, колена, языка и племени, Господь. Благослови, Господь, яви свою благодать на спасение, на исцеление, Господь, на восстановление. Всякую болезнь, всякую немощь отменяю, аннулирую лишь власть и силу и труда Твоего спасения, Твою благодать, Господь, аллилуйя. Для Твоей славы прославься во имя Иисуса Христа, аллилуйя. Аминь. Да. Отче, ми дякуємо тобі за неньку Україну, за те, що всі нелегкі часи для нашого народу. Ми часто чуємо слово Твоє, яке проповідується. І слово Твоє, воно звучить від всіх християн, які бажають, щоб наш народ був просвітлений, щоб народ наш духовно в
зростав, щоб пізнавав тебе, твої глибини. Слава тобі, Господь, за майбутнє духовне нашого народу. Слава тобі, Отче, що за твою благодать на населенні України. Ми це бачимо по всьому, Господь, як твоя благодать, як ми її переживаємо, як ми її маємо, як ми її використовуємо, щоб народ освободився від цього ярма, яке нам Росія нав'язала. Господь, слава тобі за все, за всяку благодать на нашому цивільному населенні, на військах ЗСУ, Збройних силах, Господь, і за твій план на Україну майбутньої перемоги над агресором. Слава тобі за все. Ми благословляємо, Господь, благословляємо Ізраїль, благословляємо, Господь, даруй мир Ізраїлю, тоже закінчилась війна, Господь, також прошу милості для Філіппін, Господь, тоді, Господь, всякі не було терактів, землетрясінь, Господь. Блесю, пах паленка, хава насадей, маганда арав, хава гудвек, маганда лінго, гарного дня, гарного тижня, хорошої неділі вам, друзі, благословляємо вас. До побачення.